11 глава книги пророка Захарии. «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр. Ибо и величавые опустошены, рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь, и вот я предам людей каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу, не буду пасти вас, умирающие пусть умирает, и гибнущие пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. И возьму жезл мой благоволение и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это слово Господа. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет».